Здравствуйте, уважаемые зрители. Хочу высказать свою точку зрения. Я очень люблю все русское. Русский дух, русский мир, русскую речь, русский склад ума. Наша русская – да, наша русская – нет. Я люблю все, что касается России. Нашу литературу, наши художественные произведения, наши картины. Абсолютно все. Все, что сделано в России, все, что сделано русскими людьми. Вот почему я ненавижу и презираю всех тех, кто поливает грязью мою родину. Кто пытается сказать, что здесь что-то плохо или что-то не так. На руководство моей страны, на мою страну, на мою отчизну. Презираю всеми фибрами души. И считаю, что эти люди, этим людям здесь не место. Независимо от того, кем они себя мнят, что они думают о себе. Диванные это критики, либо это критики не совсем диванные, там, скажем, кроватные, ну или прикроватные критики. В любом случае, я презираю все то, всех тех, кто считает, что дорогая мне, себя плохо.